Друзья, 17 июня, отель «Аладдин» в Алании, который находится на пересечении пляжа Клеопатры, той, который там Латаш, и вот этого большого променада, который идет аж до «Аладдинки» и Кубата памятника. То есть 20-е пляжи тут, 12-е, 14-е, 16-е и так далее. Это расположение отеля. А отель этот, если я не запутался, я не ошибаюсь, он в сезоне прошлом, когда пандемия началась, он не работал. По-моему, не работал точно, да. Сейчас он работает. Есть человек на ресепшене, все везде светится. Я не знаю, какая у него заселяемость, возможно, маленькая, потому что людей, собственно, не видно. Но я думаю, что он работает в этом сезоне. Такие вот тут красиво сразу вас встречает банановое дерево. Сразу и внутрь заглядываю, людей не видно. Ну, в принципе, сейчас ужин идет. Возможно, все внутри где-то на ужине. Ну, вот ресепшн, все оформлено. Я вам покажу здесь слегка территорию. Вот здесь вот маленько поснимаем, пока меня не выгнали. Такие вот бассейны подсвеченные. Красивый отельчик, он такой стильный, в восточном стиле, как и должен быть. Да, есть отдыхающие, отель работает, можно не спрашивать. Я хотел уже спросить у кого-то, но можно не спрашивать. Я вам просто покажу здесь барчик. Такая территория. С той стороны у него получается свой пляж, естественно. Тут вот лифт даже есть, видите. Да, лифт, несмотря на то, что всего 2 или 3 этажа, как бы есть лифтик. Ну, девушки там прошли, все работает. Есть охранник на ресепшене. Так что, кто в этот отель едет, можете, друзья, смело его брать. Он работает. Такой интересненький, атмосферненький, интересненько оформленный. Соответствует своему названию. Отель «Аладдина». Вот тут идут «Аладдины» из Украины, привет, Украина. Аладдина зовут Игорь. Катерина, Аладдин. Привет. Привет. А и потерялся третий Аладдин Николай. Николай Григорович побег до дому. Да? Что с кем живить заболел? Вот елки, только не выйдет. Не знаю. А может выйти? Вышло, тебя не могут. Все, люди, в общем, «Аладдин» отель работает. Украина, привет, передаем привет Украине. Это я показываю, что отель открылся, чтобы ехали, не боялись. Всем привет. Россиянам тоже привет, приезжайте. Обязательно приезжайте, вы должны покупаться в море. Вы тоже должны покупаться, как же. Да, есть мало людей там, но есть, девчонки там ходят.